Всем привет, дорогие друзья! С вами старый добрый Макс и... Я. И он. Короче, приехали мы в Казань. Мы в Казани. А знаете, почему мы сюда приехали? Объясню вкратце так. Мы были в Вятских Полянах, обошли все Вятские Поляны, чтобы найти, знаете, новые аккумуляторы для GoPro-шки. А то у нас есть два аккумулятора, и нам не хватает. Вот мы были на рыбалке, блин, нужно так много снимать, но батарейки не хватает. Поэтому мы решили купить новые аккумуляторы. Ходим по полянам, ходим, не нашли ни один магазин, где продается хотя бы одна GoPro-шка. И прямобасов нигде не могли найти. Если вы знаете места в Вятских Полянах, там где есть GoPro-шки, напишите внизу в комментариях. Так вот, мы приехали сюда в Казань, чтобы купить новые аккумуляторы для GoPro-шки. Еще тут у папы есть дружбан. Да. Серега Буртаков. Серега мой дружок. О. Если вы не помните, то мы раньше с ним тут в Казани тусили по полной программе. Нажмите вот сюда и посмотрите видосики с ним. Ну что, а теперь какие планы? Едем в Мегу? Не, не в Мегу. У него офис у Сереги рядом с Мегой. Во, едем. Альберт Камалиев, проспект Тухталыша. Альберт Камалиев, авеню Стоп. Приехали мы к Меге, вон там вот. А нам нужно вон на ту сторону дороги. Там находится офис Сереги. Пойдем туда. Подходим мы к Чебоксарскому трикотажу. А кто король, папа? Серега. Ну что? Заходим в гости к королю. Сергей Семенович. Король казахского трикотажа. Пойдем. Классно, Серега. Сейчас все супер. Чуть не замерзли, блин. Солнышко вроде греет. Ну не греет. Утро на работе. Да. Здрасте. Хорошо? Снимаешь? Все снимаю. Да, все снимаю. Он похудел? Да я не ем ничего. По магазинам. Святских Полян, оптовиков всех ко мне сюда посылаю. Что, есть закупщики? Ну, да, есть. Точно, что там будет. У тебя отсюда спот по магазинам, да? По магазинам, да, и вот шкошники всех нет. Пока. Я пошел купаться в сокровище. Тут много всего-то. Слушай, а ты тачку что ли поменял? Да не. Блин, крутая тачка-то. Ладно. Значит, сейчас мы едем в Макдональдс. Пока есть возможность, нужно не упускать ее. Пожалуйста, 20 наггетсов, Биг Мак, картошку фри большую и ванильный микшейк. Вот стопан. Короче, всем приятного аппетита. Видео твои практически каждый день просматриваю. Информации много. Спасибо. Все интересно. Как тебе все это удается? Да, ну супер, как бы, понимаешь, это. Я уже привык тут каждый день снимать, монтировать. Времени нужно много. Техника должна быть хорошая. Ну да, насчет. Которая не ломается.
Да, насчет этого. У меня вот тут камера. Вот зрители там, где сидят сейчас, да? Угу. Она скоро сломается уже. Она, знаешь что, она выключается. Ну, ты в такой степени ее, как говорится по-русски говоря. Да. Так что дело так не пойдет. Понятно, да, я знаю. Что-то делать надо с ней. Что-то, ну, поехали, заедем, посмотрим. Может, сейчас еще подберем тебе интересное. Че, реально? Ну, попробуем. Супер, спасибо тогда. Все, сейчас заедем. Мясную лавку и купим тебе. Паша. С котлетами. Не, спасибо тебе огромное, блин. Так, 53-24 на той стороне. Поехали тогда сейчас. Все, супер. Зрители будут смотреть вообще. С двух камер. Папе нам поснимать, да? Даже так поснимаем. Ну вот именно. Смотри на ту сторону, 24-й дом, где там находится. Оу-е, оу-е, новая камера сейчас будет у меня в кармане. Вот чё она. Разбираться сейчас будем. Паркомат находится в спящем режиме. Для активации нажмите на кнопку старт. Где она? А вот. Да он не работает. Да ладно, пошли. Он не работает. У нас есть запись, не работает нифига. Нажимаем старт, все. Так что если вы хотите до чего-то докопаться, ничего нету. Там, кстати, у вас есть фирменный магазин GoPro. Пожалуйста, закрывайте за собой дверь. С удовольствием. Ой, блин. Убегают от меня. Видео будет называться «Как мне Серега купил новую камеру». Это Phantom 4. Мое сердце наполнено эмоциями. Папа, как повезло, что у тебя есть такой друг, а? Ну вот, обнимай, целуй Серегу. Сейчас буду. Вы представляете, я взял и купил Максу камеру. А? Вот именно. Вот так вот. А этот паркомат не работает, да? Держи, пап, положи к себе. Давай. Аккуратно держи, пожалуйста. Хорошо. А как они снимают, тоже не знаете? Ох, круто как. Огромное тебе спасибо, Серега. Подожди, давай. Огромное тебе спасибо. Сейчас выйдешь из машины, я тебя буду обнимать. Макс, ты везунчик, а? Приехал за аккумулятором, а уехал с целой камерой. И аккумулятором. Круто вообще. Жень. Покажи, хоть что купил-то, на. Подожди сейчас. Хвались. Как же это все тут? Покупкам-то своим. Блин, это реально слишком много вещей, блин. Аксессуаров. Аксессуаров. Так, первое, что у нас есть, это аккумулятор для Hero 4. Лови, пап. Дальше у нас здесь есть карточка на 64 ГБ. Имея, папа. И зарядка для двух аккумуляторов. Раз. Вот так вот. Супер. Ой. И самое главное. Она, причем зарядка, и там еще есть аккумулятор. А зачем? Да ладно. А ты до какой камеры? Четвертый? Не, а не проще было вот этот внешний купить аккумулятор? Его тоже не везде возьмешь. В смысле? Зачем? Ты уже в машине, допустим, едешь, раз его зарядил или где-нибудь в сумке кинул. Пока до чего-то идешь, заряжается он у тебя. Ну да, с временем его возьмем.
Самая первая гопрошка. Круто как. Сейчас развернем. Что у нас здесь есть на упаковке? Ну, обычно есть, как. Есть, что-нибудь снизу стоит. А, да, серьезно, блин, чушь. Я тут все загуглил. Your mama 9 must have made it, but it only took a nigga 30 minutes to take it. Cut that coke clean up, I did, but I did so not safely. Don't want no A's, no class or no rabies. Yeah, we take no shit like stopped up commode. Gotta collect call, they done locked up my folks. Low blow, hit me in the left ventricle. We won't be able to ride out to 2004. But not for long, cause we got a better sack to serve. Trying to take your other people for your rims. Hit the curb for your swerve and bust your forehead. Go ahead, go ahead, more head for me while you ride to the beat. Draw, like tears, like my fears, you know, shout, shout, let it all out just for my peers and pupils who feel like it's time to unwind, like December 31st, I'm not trying to lie. Yeah, Серега, блин, супер, спасибо, то, что купил камеру. Давай. Увидимся, не прощаемся. Больше всего хороших материалов. Спасибо. Удачи тебе. Все тебе, спасибо. Увидимся. Давай, пока. Сейчас протестируем казанское метро. Жетончик взял? Я надержу. Лозан Кремль и территории сына Широласас. Кремлевская встреча. Exit here for the Kazan Kremlin. Сейчас мы должны дойти до вокзала, купить там билет на Вятских полян. Не bad, да? Что? А, по-русски, ладно. Я подумал. Нет, по-русски, расскажи. А. Они твои, не? Не. А, смотри, как прикольно. Все ясно. Би-би-би-би-би-би-би. Наш. Чи-чи-чи. Заходим в электричку. Ну что, едем обратно в Вятские поляны? Едем. Рад? Да. Я то. Очень. Приехали! Давай, баба, помогай. Сейчас сначала женщины. Так, девушки сначала. Все. Ну вот, вернулся я в город Вятские поляны. Блин, поездка в Казань получилась настолько успешной. Я поехал туда за двумя аккумуляторами для GoPro-шки. Блин, а вернулся с двумя аккумуляторами для GoPro-шки и с новой GoPro-шкой. Огромное спасибо тебе, Серега Буртаков, блин. Огромное тебе спасибо. Я просто счастлив иметь теперь две GoPro-шки. Ты счастлива, кошечка? Счастлива? Я тоже. Ну, короче, это все на сегодня, дорогие друзья. Увидимся завтра. Берегите себя, заботьтесь о других. Красавица какая, не кусается? УАЗик, конечно, танк, но русские дороги даже танк остановят. Вот она. Вот. И читаем. Что вы делаете? Что-то мне на язык ехать. Вот. Сейчас она будет свать. Сесть не, да? И три! Мужики усердно трудятся. О, как папа. Сел на землю и держит.